Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Продается дом в селе Каменка Сакмарского района, 70 километров от Оренбурга. Площадь дома 87 квадратных метров. Все удобства. Участок 22 сотки. Цена 1 100 000 рублей. Звонить 8 912 846 46 72 или 96 46 72. Продается капитальный гараж 18 квадратных метров по проспекту Гагарина, район магазина «Чайка», 160 тысяч рублей. Телефон 26 42 91. Ремонт любой бытовой техники. Обращаться Хабаровская, 113/1. Телефон 90 90 90. Автошкола МТ-профи набирает дневную группу по 18 тысяч рублей. Обращаться, улица Театральная, 21, телефон 51 58 41. Ремонт телевизоров. Звонить 21 80 95. Натяжные потолки. Пластиковые окна, рассрочка, телефон 8 987 894 58 97 или 60 28 46. Установка люстр, телефон 45 72 33. Изготовление металлических оградок, решеток, заборов, ворот, дверей и прочего. Звонить 61 43 41. На Оренбургский ипподром требуются юрисконсульт, специалист по закупкам, тренер-наездник, коневоды, доярка, водитель категории «Б», «С», «Е». Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет, зарплата официальная. Телефоны 91 33 35 или 8 922 895 40 84. Организации требуются водители категории «С» и «Е». Вахта в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8 965 692 60 21, 8 965 692 60 13, 8 965 692 60 03. Рабочие на вахту. Город Тольятти. Телефон 8 987 720 03 10. Требуются скотники и плотники. Телефоны 22 05 45 или 8 903 392 05 45. В компанию «Миркровли» по адресу город Орск, улица Строителей, 37, требуется охранник. График – сутки через двое. 1500 рублей за смену. Телефон в Оренбурге – 96 99 40. Требуются рабочие на монтаж водопровода и благоустройства. Вахта в городе Бугуруслане. Оплата высокая. Телефон 8 922 892 2202. Срочно требуется повар. Вахта, Ташлинский район. Зарплата 50 тысяч рублей. Телефон 8 922 886 26 67. Требуется грузчик-комплектовщик на холодный склад. Работа посменная. Доставка. Зарплата от 21 тысячи рублей. Телефон 43-06-20. Организации срочно требуются водители категории «Е» для работы на автомобиле с прицепом в пределах области, с опытом работы на иномарке. Звонить 92-94-65. Требуется водитель категории «С» на самосвал, автослесарь по ремонту грузовых автомобилей. Телефон 29 20 60. Требуется помощник по хозяйству. Сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 90 24 24. Требуется прораб, сварщики. Звонить 42 63 31. На улицу Беляевскую требуются грузчики и оператор 1С. Звонить 8 922 853 88 93.
Требуется логист грузоперевозок. Звонить 42 63 31. Требуются сборщики окон ПВХ. Телефон 92 11 26. Требуется продавец на продукты. Телефон 8 932 864 25 88. Требуются водители категории БЦ, тракторист, разнорабочие. Звонить 8 987 882 63 64. Требуются разнорабочие и грузчики. Телефон 92 11 26. В лесной парк Берендей в Дубках требуются разнорабочие, семья для постоянного проживания и ведения хозяйства, а также повар-пиццейола. Телефон 8 906 848 63 34. Требуются лицензированные охранники, зарплата от 15 тысяч рублей. Телефон 90 83 29. На озеленение требуются рабочие. Оплата ежедневно от 1500 рублей. Звонить 8 922 827 18 10. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы и санитарной книжкой. Телефон 8 922 544 20 46. Требуются лицензированные охранники. Вахта, телефон 28 01 05. Срочно требуются уборщица, дворник, грузчики-комплектовщики. Телефон 97 45 54. На деревообработку требуются подсобные рабочие и грузчики. Звонить 21 78 80. Требуются охранники. Телефон 26 89 15. На постоянную работу требуются грузчики-комплектовщики. Зарплата от 25 тысяч рублей. Телефон 8 903 391 24 44. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Телефон 43 73 73. На асфальтный завод требуются дорожные рабочие. Звонить 8 903 360 14 39. Требуются уборщицы, дворники. Телефон 30 20 10. Требуются охранники. Обращаться по телефону 92 85 91. В поселок Южный требуются пилорамщики и помощники. Звонить 250 617. Требуется кладовщик-грузчик с опытом работы. Официальное трудоустройство. Звонить в рабочее время по телефону 97 54 56. Требуется водитель с категории Е. Звонить 42 06 08. Требуются охранники 6-го разряда. Телефон 8 922 886 08 49. Требуется опытный автослесарь, 50 на 50, гибкий график, звонить 92 39 30. Требуется столяр-станочник и ученик столяра, телефон 23 56 31. Требуются автомойщицы в поселок Весенний, звонить 428 007. Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Обращаться по телефону 8 987 798 06 87. В ресторан требуются посудница, уборщица и официанты. Телефон 97 09 21. Требуется продавец на продукты. Звонить 29 40 66. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.